Здравствуйте. Это лиса. Лиса? Будина. А, это лиса. 3000 рублей. А вот это. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Спасибо. Мы сейчас с тобой увидим уникальное сооружение. Таких, я думаю, в мире сохранилось не так уж много. Было оно построено армянским царем, язычником в первом веке нашей эры. То есть это здание современник Христа и апостолов. Здание было разрушено в 17 веке, но в советские годы полностью было восстановлено из руин. Царь, армянский царь его построил, он был язычник. Это было в те далекие времена, когда Армения была еще языческой. А после того, как был построен этот храм, буквально через 300 лет, даже чуть меньше, Армения приняла христианство и стала первым в мировой истории государством, где христианство было признано государственной официальной религией. Лиза, смотри, специально для укрепления выбрали неприступное место. Оно, видишь, со всех сторон защищено естественной преградой.